I couldn't sleep 1 week. Oh my god, oh my god, I do hot shall make it. I like it, of course. I like it. I want to come tomorrow, next week, next year. Собралась очень клевая команда, приехали очень крутые спикеры. Это новые знакомства, новые эмоции, и вообще в Минске очень круто, нам очень нравится. What an outstanding, outstanding event. So what is important also for me is to get a good sensibility with the public. I haven't seen like a great event, like a great audience. I think like I saw like especially like a lot of interest in the presentation about fermentation and everything. So I think it was super good for me. Надо куда-то выезжать, надо ездить обязательно, не бояться этого и участвовать во всех этих мероприятиях. И, естественно, знакомиться с иностранными шефами и не бояться подходить к ним, спрашивать, когда к ним можно приехать, писать на Фейсбуке, там, Инстаграме и ехать на стажировки. Это немножко меняет сознание. All these events are always cool because you can interact with people who are in the same industry. So it's obviously you never hate it. And I must say, I really like the potato pancakes. They're like really, really nice. I appreciate the invitation to the organizer to making the forum. And I'm very happy and demonstrate with my kitchen. Каждый шеф приносит свое видение на какие-то, может быть, даже знакомые продукты. И вступление каждого человека нашел что-то для себя, и это очень круто. В этом плюс нашей профессии поварской, то, что мы можем учиться всю жизнь. В мое время, когда я начинал свой путь повара, да, таких мероприятий не было, и ресурсов в плане там, вдохновения, в плане опыта тоже было очень мало. Сейчас это очень, очень классное событие, вообще, в принципе, гастрономическое, которым не только можно получить опыт, да, его еще можно отдать. It's a pleasure to meet so much chefs, and especially here it's very nice because the cooking style of all the other chefs is totally different than we know from home, so it's always learning something new. Очень важно для ребят узнать что-то полезное, что-то новое открыть, да, и понять, что на своем уровне, в своей стране, в своем городе они могут делать абсолютно то же самое. Поэтому, ну, я всем желаю успехов и форуму тоже. Повар, который считает, что он все знает, это мертвый профессионал. Мертвый профессионал. Учиться, ну, есть всегда, учиться есть чему и всем. Всем. И такие фестивали, которые вы делаете, да, вот такое вот серьезное мероприятие. Движение гастрономии в стране только вперед. Это вы большие молодцы, спасибо вам, что вы делаете это. Это не высокопарные слова, мы действительно так считаем.